Опа-на. Айфкашем. О, какой ник интересный. У этого с точечкой, а у этого читабельный. Хорошо. Всем здорово. С вами Бэшик. Получил репорт со второго берза на вот этого товарища. Он ворвался на сервер, сразу настрелял огромное количество киллов. Ну не то чтобы прям супер жестко, если бы супер жестко мне так бы и написали. Написали, что он странный. Все, кратко и понятно. 255 часов в расте, 40 плюс киллов, 4 смерти за 2 часа на сервере. Ну что ты сделаешь? Это скилл. А вот его товарища я еще не смотрел, сейчас глянем. Напарник у него тоже интересный, но не настолько. У него там 25 киллов. Написано, что он играет вообще с декабря, но по киллам видно, что он настрелял их все сегодня. Профиль у него полуоткрытый, то есть видно друзей, ну и на этом как бы все. Сколько часов в расте, никакой интересной инфы нет. То есть этот даже более открытый товарищ, чем вот этот. И они оба стоят АФК, это значит, нам придется их либо байтить, либо ждать. Комбат у него интересный, но не то, что его прям супер интересно. Есть странные моментики, типа две ноги на 100 метров. Не знаю почему, но они вызывают подозрения. Есть тут две головы, если я правильно понял. Да, примерно близкие тайминги. И было что-то еще, сейчас не нахожу, возможно уже затерлось. Не прошло и 20 минут, а может быть 10. Я с счета сбился, окон задвигался и куда-то побежал. Куда бежит, не знаю, давайте на карте посмотрим. Так, я нахожусь здесь, дом его тут. Неплохо он так пробежал. Там вот впереди как раз челик есть, сейчас подождем немножко, может на него среагирует. Он уже реагирует на него, но по-моему мажет, да, он просто стреляет. Отличная стрельба с питона, лайк, чеки-чеки. А ну-ка спрыг будет? Не успел, тут тэпнулся, понял. Уничтожен, просто уничтожен. Так, этот квад побежал в другую сторону, окей. Опачки. Понеслись пожилые зажимы с коптера. Так, стрелок он, я так понимаю. Хорошо. Интересно, попал хоть кого-то или нет? Ну, кстати говоря, темновато. Темновато. Он в кого-то попал, летя на коптере, вы понимаете, да? Ну, это не то, чтобы нереально, но просто интересно. О, у ребят тут заруба небольшая. Что-то у них за кибиточка такая интересная здесь. О, фулл МВК, нифига себе. Это этот дом, что ли, решили строить? Неплохо он накидывает. Вообще он как-то странно стреляет, максимально странно. Он просто никуда не смотрит, хопа, зажимает, хопа, зажимает. Решил прокинуть МВК Кибу, но с этой стеной явно что-то не так. Она выглядит как обычно, но вот что-то с ней не так. Вот это мы попали. Прямо на свежую обнову для War Thunder. Что там за название? Ля Рояль. С ней в игре появился целый французский флот во главе с линкором Париж, легендарные Су-39 и БТР-80 и многие другие новинки. А также были существенно доработаны визуальные эффекты. Теперь сражения стали еще более аутентичными. Сражайся на земле, на воде и в воздухе. В War Thunder ты можешь опробовать как знаменитые образцы техники прошлого века, так и экспериментальные машины. Все они воссозданы в мельчайших деталях. Соревнуйся с другими игроками в локациях по всему миру, так как ты хочешь. В одном бою участвуют и самолеты, и наземная техника, и даже вертолеты. Всю технику можно очень сильно прокачивать и кастомизировать. В твоем распоряжении камуфляжи, скины, наклейки и другие элементы декора. Создай уникальную машину для сражений. А топовая графика и реалистичный звук обеспечат максимальное погружение. В игре продвинутая физика, грязь и пыль налипают на броню, в воде ее можно смыть, а ветер сдувает дым. Абсолютно бесплатно качай War Thunder по ссылке в описании, по ней же все новые игроки и те, кто не заходил в War Thunder полгода и больше, получат 100 тысяч серебра. Неделю аренды легендарных немецких танков, 3 премиумные машины в подарок навсегда, бустеры на прокачку, неделю премиум аккаунта и другие бонусы. Но нужно поспешить забрать все это, так как сезон немецких подарков скоро закончится. Ссылка в описании. Интересно, насколько они смелые вот так открывать дверь, когда вокруг есть ребята и они могут забежать сюда. Но если вы знаете, что поблизости ребят точно нет, можно смело открывать. Вот и он спокойно открыл дверь, и это наводит некоторые мысли. У вас одна дверь до шкафа, и как бы, ну понимаете, да, стечение обстоятельств, опа, и вы потеряли весь лут. Что интересно, тот, на кого жалоба, тот и строит. Какой раз уже так случается, я сосчитать даже не берусь. Опять он стоит спокойно. Вы понимаете, да, как в расте бывает? Вы можете стоять, вокруг вроде бы никого, оп, появились ребята, и оп, у вас минус лут. Вот он стоит спокойно, совершенно не запаривается, потому что, ну, мое предположение, его напарник с интересным визором просто дает ему инфу, что вокруг никого не парься, поевкаш. Отвлекся посмотреть за другими игроками, думал, нарушают лимит, смотрю, что они там делают, не могу понять. Смотрел, 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 а потом раз и... Промокод для проекта серверов Бирс в описании и на экране. Используйте в магазине сервера. Выходим из инвиза и погнали наводить суету.
Хиточка, хиточка. Куда полетел-то? Хиточка вторая. Улетел, хитрая морда. Ладно, пускай улетает, я вообще не буду трогать. На что ты стреляешь? Меня там уже нет. На такое-то расстояние, зачем меня пугать? Смысл? Ёпрасте, сколько он тут ящиков натыкал, вы посмотрите. Вот это жестко. А решетку что не поставил-то? Пошумим немножко. Ух ты ж, хорошо идет. О, пошли зажимчики. Давайте бежим отсюда. Так, меня прострелят? Не, не прострелят. Один бежит ко мне, а второй... Ну и второй, так понимаю, сидит в доме. Да, он сбоку дома там где-то бегает. Неплохо накидывать, неплохо. Ага, ага. Уронил меня. Красота. 125 метров. Hand, foot, chest. Такое ощущение, что он сначала промахивается, а потом у него все залетает. Ой, довольный. Да, он слишком меткий. Слишком меткий, слишком хорошо видит. 160 метров. Давайте попытка номер два. Ой, как он метко стреляет, вы посмотрите. Не, ну вот в такое я уже мало верю, да, тут прям что-то жестко. 150 метров, ребят. Вот так вот. Вы поняли? Что? У меня было 100 хп. Ты прикалываешься, дядь? Это что-то жестко. Я не понял. Я ваншотнулся как-то вот... Ну, я не понял реально. Сейчас посмотрим комбат. Это что-то не то было. Это прям что-то жесткое палево. Так, а где я сейчас резнулся? Ясно, я резнулся, меня кто-то прибил. Спасибо, спасибо, ребят, что дали резнуться. Спасибо. Так, я вот этот момент не понял. А, ну все, читы. Смотрите. 37-78, 37-78, 37-78, 37-77. Берета. Вы умеете с берета стрелять четырьмя пулями за один выстрел? Я нет, а он умеет. И примерно то же самое было в прошлый раз. Он как-то странно стреляет. Попадания обычные. Давайте посмотрим. Значит, head, arm, leg, hand, arm. Немножко я перебрал. Head не ко мне. Вот arm, leg, hand, arm. Это именно финальный зажим, от которого я сразу улетел. Это было жестко. Но я не оставляю попыток. Wake up. Привет. Wake up. Мы знакомы? Wake up. Не иди, тебя убьет сейчас. Ты думаешь, я тут просто так оказался? Меня сейчас чел четырьмя пулями за один выстрел просто вшатал. Просто на 163 метра. Не ходи туда. Ты не заберешь его. Ну давай, ладно, я посмотрю на это. Давай, давай, давай. Пошел, wake up, давай. Иди, давай, иди, иди. Я посмотрю со стороны. Пока наблюдал за одним очень жестким игроком, увидел вот этого жесткого игрока. Тушь, ё-моё. Нормально на флайхаке ему играется, я думаю. Да-да-да, ему приятно. Бедняжка. Не сломайся, главное, давай. Оп-оп-оп-оп-оп. Оп, сломался. Ну чё ты так-то? О, он сюда прибежал. Так-так-так-так, он достал копье. Интересно, это будет битва читера против читера? Давайте посмотрим. Ой, я не успел посмотреть, как он сейчас спрыгнул по красоте. Так, а товарищ Вайкап все-таки решил... Ну да, он попытался отжать коптер, отжали его. Опа-на! Да! Да-да-да, давай-давай, я не буду его пока банить. Давай, ты вообще пришел туда, куда надо. Выпили другого типа с копья. Молодец. Вы это видели? Просто в башку прилетело. Сколько там? 60 метров с копья просто. Держи. Да стой же ты. Стравить двух читаков, притом... Случайно. Не хиляйся ты. Стой ты на месте. О, иди разбирайся с ними. Давай. Давай, давай, давай. Ну куда ты побежал-то? Алло. Ну куда? Вернись обратно. Ну куда ты? Давай, ты с копьем повоюешь против них. Смотри, они там строятся. Давай, 130 метров с копья. Ну с копья ты втащим, у тебя копье есть. Так, так, так. Нет, 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 с этими не воюю. До свидания. Не в ту сторону ты пошел. Встаем, 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 не двигаемся. Да куда ж ты ползешь, брат? Не надо, не надо, не ползи. Не ползи туда. Ты тоже постой. Стой ты, стой. Стой, вот так, все, нормально. Все, готова моя кибитка для отстрела, буду досаждать. Он все пытается зайти, зачем непонятно, но видимо не верит, что его забанили. Вот так оно и бывает. О, 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 о.
Драконин со всех сторон. Я не знаю тех ребят, они просто в него стреляют. Я тоже стреляю. О-о-о, хорошо попадаем. Я похилюсь. Он там жестко раздает, я смотрю, надо комбат посмотреть. Стомак, стомак, хэд. Так, вот это получается как бы один зажим. Неплохо он плюется. Зажимай, зажимай, зажимай мы все подряд. Да-да-да, давай. Помогай братишке своему. Что там было-то? Ух, я это все сейчас заберу. Раздам кипарям. Отдыхай. Вот теперь все. Он все-таки встал, понимаете, как везет таким игрокам. Ладно, я на крысу постою здесь. Смотрите, смотрите, смотрите. Чекает четко мой дом. Да, да, да. Вот пусть сейчас чекает. Отдохни. Ого! Учит, что жестко в меня прилетело, ребят. Я сейчас посмотрю комбатлог. Смотрите, он походу опять спалился. Так, 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 так. Волхак атак, это значит, что он прострелил меня как бы через текстуру. А, из свеженького он... Да, он не попал в меня, но мог попасть. Было бы больно. Так, ну он контрит меня только, понимаете, да? Вот. Контрит туда, где я стою, смотрите. Я, вот я там стою, он четко в меня смотрит. Да, 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 вот он прям четенько в меня. Ага, ага. Что там твой другалек? Все? Отвоевался? Смотрите. Это будут зажимы в дым. Не, не стреляй в дым. Может понимаешь, что спалится. Опа. А я добежал куда хотел. Не видно нифига. Мой дым как-то напугал его. Он перестал так жестко смотреть. Хотя стреляет все так же жестко. Долбанный зажим. Опа. Не дам я вам подойти к тому луту, ребят. Все, он уже не ваш. Чего такое? Запеканочка заготовилась уже? Давайте. Опа. Походу идет лутаса. Ну давайте посмотрим, куда он сейчас пойдет. О, добро подоспело. Мне кажется, они ливнули. Давайте проверим. Я, походу, их довел. Интересно, где они делись? А, стопай, стопай. Так, одного я вижу, вон бегает. А где же основной-то? Ага, игрок не найден. Ну, он все понял. Он все понял. Вот так вот с читами поносился, огребся и вышел. Сейчас еще напарничка подзабаним. Пусть он добежит. Мне просто интересно, будет ли он ресы дропать или нет. Куда ты бежишь лутать, дядь? Все ценное уже забрали. Прям вот только что. Я думал, он все-таки зайдет, но он что-то не заходит. Поэтому на отдых. И его напарничка. Туда же. Пускай отдохнут вместе. В хорошем таком приятном отпуске. Надеюсь, кипарь не офигеет. Спасибо большое. Держи. А это такой вопрос. Ага, давай, задавай. Спасибо большое. Ты же их забанил? Забанил, да, только что. Когда видос? Да я не знаю. Такую хату построили, на что они надеялись? Так жестко и агрессивно играть, только жести. Вот так вот просто выбегаешь, всех выносишь. А тут даже новичок в расте поймет, что что-то не то. Можно сказать, что встроенный в игру античит не работает, но в этот раз сработал. И в принципе относительно быстро. Игровая блокировка прилетела. Прилетела, в общем. Он наиграл еще несколько часов и все. Як бан. Получил репорт с третьего берза на вот этого товарища. Написали, жестко жмет в голову. Давайте за ним понаблюдаем. Он как раз бегает с гвоздометом, чтобы очень жестко жать в голову. И лутает бочки. И почему он не так ведет на этих фармеров? Заходишь, чтобы почекать потенциального нарушителя, который скорее всего читер. А он лутается, перекладывает лут, строит дом и тому подобные вещи. Так, гвозди пошли в ход. Кипарик убегает, в принципе, нормально. Угу, угу. Интересно, интересно. Давай, за кипариком погнался за бедным. Давайте сделаем светлее. Он его прям через листву, по-моему, ведет. Прям нормально так все шарит, куда надо. Ну не попадает, я так понимаю, да? Опа-на! Ясно. Вот это жестко было. О, нормальный такой домик. Надо только проверить, чей он. Ну, не его, это хорошо. О, отлично. Развалил меня прямо жестко. Вынес меня кабину. Двери тоже отлетели. Давай, давай, давай. Опа-на. Опа-на. Что это сейчас было? Что это интересное такое? Так, как забраться-то? Ой, как хорошо. Какой же ты молодец.
Красавец, красавец, умеешь сразу, видно, на скиллухе бегаешь. Да-да-да. Ой, спустился плавно. Ну, раз такой жесткий, это они будут церемониться, сразу пойду за тобой и долбану тебя чем-нибудь. Бежит, бежит, бежит. Опачки. А что такое? Как оно, нормально? Спину грохнули, да? Без шансов. Даже чит не помог. Иди сюда. Лаж, да? О, классный, спасибо. О, красота. Вы посмотрите, сколько лута. Кукуруза или яблоко? Нет, яблоко я сам съем. Забираем кукурузу и побежали. А где его дом, интересно? Не знаю, что за кипарь, у него тут своя атмосфера. Давайте где-нибудь здесь накидаем. Братишка, я тут мимо дома пробегал, у меня лута много лишнего. Я тебе скину под дверь, потом сам заберешь. Я не прикалываю, серьезно. Все, я утепался, забирай. Давай, 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 все прочекай. А то мало ли. Да не бойся ты. Да нет там никого. Не, ну вообще правильно, осмотрительность в расте это самое главное. Опа, плюхнулся. Надо еще прочекать. Он не верит, что мы могли просто так взять и подогнать лут. Может это байт. Давай, 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 давай. Опа-на, опа-на. Только полезного добра. По кайфу. Ну зачем ты пошел проверять еще раз? Иди домой. А, все понял, он еще не авторизован даже в двери своей. У них дом интересный такой. Ладно, продолжаем. Игрок не найден. Да ладно, какой продолжаем? Все, он сдался. Спину убили, он понял все. Что за читеры такие неженки пошли? Эх, лопнули и все. Обиделся бедняжка. Ну ладно. Он, возможно, и обиделся. А ты? Не забывай про подарки для новых игроков и для тех, кто не заходил в War Thunder полгода и больше. Ссылка в описании. Так, 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 так. Ха-ха-ха, туда его, ага, ага, ага. Так, за что он нас за флай плюс аин? Так, 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 ну да. Нашел его дом. У него, судя по всему, есть тиммейт с ником Fear, который внезапно спит. Ну да, у них тут полноценный такой домик здоровенький. Сейчас проверим, кто блоки ставил, мне аж интересно. Fear строил домик, а жили они вместе. А, да вот, собственно, он же здесь спит. Да, в общем, понятно все с ними. Опа, опа. Все открыли, ну почти все. Шкафчик, я думаю, сломают. Так, напарничек, давай, на отдых иди. Вот так вот. Все, теперь можно спокойно отдыхать. И, конечно же, подписываться на мой телеграм-канал, ссылочка на который есть в описании. И эта рекламка вас, возможно, уже достала, но мне будет приятно, если вы подпишетесь. Большое спасибо!